В Ульяновскую область с рабочим визитом прибыла бизнес-делегация из Республики Калмыкия. Гостям презентуют промышленный потенциал региона и покажут градообразующие предприятия. Помимо сотрудничества в сфере промышленности, мы обсудим совместную работу в области туризма, спорта, молодежной политики, образования, культуры. Хочу сказать, что наша эффективная работа по выстраиванию новых логистических цепочек и межрегиональной кооперации не раз была отмечена на федеральном уровне. В области реализуется национальный проект «Демография». В него входит 5 региональных проектов. Благодаря нацпроекту оказывается помощь семьям с детьми и старшему поколению. В 2023 году выплаты на детей получили более 18 тысяч ульяновских семей. По спорту нормы жизни нами реализуются площадки ГТО. Уже в 10 районах области открыты площадки ГТО. Также закупается спортинвентарь. Мы открыли дворец единоборств. Неделя нацпроекта «Демография» будет насыщена событиями. В железнодорожном районе после ремонта откроют филиал центра занятости. Также проведут день приемной семьи, день диспансеризации и общественного здоровья. Тем временем в регионе продолжается отопительный сезон. Он проходит в штатном режиме, но ряд районов не оформили паспорта готовности к отопительному сезону. Есть вопросы, связанные с материальными вложениями на будущее, восстановление там паспортов, значит, на объекты, построенные хозяйственным способом. И, по сути дела, данный факт не влияет на прохождение отопительного сезона, на его качество, но в то же время есть требования законодательства, которые необходимо исполнять. В Ульяновской области завершился дорожно-строительный сезон. Осталось доделать работу по благоустройству, установить бордюры и ограждения. С этим должны справиться до 10 декабря. Основная работа, как вы знаете, проводились у нас в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все эти объекты уже введены в эксплуатацию, подписана вся необходимая документация, проверены и осуществлены лабораторные исследования качества асфальтобетонного покрытия. Поэтому тут мы никаких отклонений не видим. Не обошли стороной тему молодежного развития. Молодежный образовательный форум «Иволга» вышел на всероссийский уровень. В этом году событию исполнилось 11 лет. Но также для нас очень важно то, что сейчас еще один проект будет запущен в Приволжском федеральном округе «Метеор» на базе Нижнего Новгорода. Он вшит в концепцию культурной столицы Нижнего Новгорода. Там будут направления и медиа, и креативные индустрии, и бизнес. В понедельник на наш регион обрушился снегопад. 310 единиц техники убирали магистрали от снега в Ульяновской области. 80 грейдеров чистили дороги в городе. Работа не прекращалась до утра. За уборку во дворах отвечают управляющие компании. Некоторые из них плохо справляются с работой, поэтому рискуют остаться без лицензий. Ульяновцы, недовольные качеством уборки дорог и дворов от снега, могут звонить на горячую линию по телефону 41 41 34. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ул-Правда ТВ.